На математику с цветами такое возможно только в день учителя. 10 А первой гимназии, как и многие другие классы по всему миру, уроки сегодня начали с поздравлений. Марина Плюхина для этих школьников не просто учитель математики, но еще и классный руководитель, а соответственно друг, наставник, иногда даже вторая мама. Марина Леонидовна такой человек, который всегда поддержит трудную минуту, к ней можно подойти и спросить просто какого-то совета. Мне приятно посещать ее уроки. То есть она всегда очень тщательно к ним готовится, уделяет внимание в равной степени каждому ученику, что является достаточно важным плюсом. Около 30 лет Марина Плюхина работает учителем. За это время профессия стала для нее частью жизни. Педагог всегда старается сделать урок насыщенным, разбавив его творчеством и современными технологиями. Школа – это вечная молодость. Здесь все время движение вперед. Мы должны не только идти в ногу со временем, но и обязательно несколько шагов вперед. И вы знаете, вот эта профессия учителя, ей можно просто позавидовать. Когда ты видишь эти благодарные глаза детей, когда дети подходят к тебе и делятся какой-то радостью своей, и ты понимаешь, что они могут тебе доверить, это очень главное. А это уже большой праздник для учителей. Торжественный прием для них провели в областном дворце культуры. В сфере образования региона трудится 20 тысяч человек. Лучших собрали в этом зале. За многолетний труд педагоги получили заслуженные награды. Областной премией Москаленко в размере 50 тысяч рублей наградили 14 человек. Еще 30 учителей в этом году удостоены звания «Заслуженный работник образования Липецкой области». И я ни дня не жалела и не жалею о том, что я работаю учителем, потому что нести доброе, светлое и нести ту литературу, эти познания, и ту высокую нравственность, которую проповедует каждое произведение, начиная со слова о полку Игореве, это великое счастье. Образование в регионе – одна из приоритетных сфер. Из областного бюджета на ее развитие ежегодно выделяют миллионы рублей. Причем Липецкая область не только ремонтирует здания и закупает новое оборудование, но и строит новые, нередко уникальные объекты. К примеру, 1 сентября в этом году в Липецкой 59-й школе открыли корпус, где разместили спортивный зал, соответствующий международным стандартам, хореографический класс и лингофонные кабинеты. Уровень липецкого образования высоко ценят и на федеральном уровне. В этом году сразу 9 школ региона вошли в топ-500 российского рейтинга лучших образовательных учреждений, а несколько педагогов вновь показали высокий уровень профессионализма на всю страну. Никакие новые технологии не заменят вашего внимания, чуткости, доброты и заботы, которые вы отдаете ученикам и готовите из них достойных граждан нашей великой страны. Больше 10 лет в Липецкой области проводят конкурс среди учителей. В этот раз в их число вошла и учитель математики первой гимназии Марина Плюхина. За свой многолетний труд и новые подходы в образовательном процессе она получила 200 тысяч рублей и звание лучшего учителя Липецкой области. Юлия Нечаева, Андрей Зубков, «Липецкое время».